Лучшие в СУЗе, лучшие в республике. Теперь цель – стать лучшими в России. На днях наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Олимпиада закончится, профессионализм останется. Те, кто сегодня только в призерах, уже ставят следующие цели. А победители готовятся представлять Чувашию на всероссийском уровне. Хотя в профессиональном плане выигрыши все участники. Практически во все конкурсные комиссии, во все экспертные советы входят будущие работодатели. И, конечно же, можно сказать, что все эти ребята, которые победили, заняли третьи места и даже четвертые, пятые, просто участвовали, они уже на заметке у работодателя, и можно сказать, что они уже не будут испытывать трудности с трудоустройством. Весь февраль и март уже традиционно студенты техникумов демонстрировали свои умения. 22 олимпиады, 16 учебных заведений. Цифры как участников, так и компетенций растут с каждым годом. Задания же, как и прежде, делятся на две части. Первая часть были тесты. У нас техникум проходил на базе нашего техникума. Потом была практическая часть. Мы ездили на станцию Канаш. Там на тренажерах пропускали поезда. Вот. Делали задания, задачи выполняли. Просто нравится профессия, и все. В отличие от индивидуальных выступлений, где каждый сам за себя, в соревнованиях по пожарной безопасности выступали командами. У них, как у мушкетеров, один за всех и все за одного. Каждый по своим обязанностям. Кто-то берет рукава 77 диаметра, кто-то берет разделение, кто-то берет рабочую линию и прокладывает рукавные линии 51 диаметра. И при этом необходимы еще ствольщики, которые должны подать воду, дают команду подать воду, то есть очаг потушен. Но без команды в нашей профессии точно не справиться. Правда, Ради Ефимов, как капитан, сегодня на сцену выходил один. Его коллеги выступают на всероссийском этапе WorldSkills. После команда воссоединится для участия в Олимпиаде профессионального мастерства. Вообще, стоит отметить, что эта Олимпиада отличается от WorldSkills наличием в заданиях теоретической части, а участниками могут стать только студенты СУЗов. Любой специалист, зачастую, это не только специалист узкий, это специалист, который обладает широким кругозором, другой культурой, культурой поведения, умением общаться, умением работать в команде. Я думаю, что эти многие моменты присущи нашим студентам. Лучшие в республике, теперь цель стать лучшими в России. Профессионально они уже готовы. Осталось преодолеть свою неуверенность. Этим студенты занялись на тренинге с психологом. Ирина Волкова, Валерий Резюков. Республика.